акція проти високих тарифів та порушення конституційних прав пройшла на Думській площі. Люди організували перформанс, де зобразили президента, Верховну Раду, уряд, а також олігархів, які, на думку учасників мітингу, і відповідальні за підвищення тарифів та порушення конституції. Одесити впевнені, що її порушуватимуть, якщо народ терпітиме. И теперь народ Украины дает конституцию президента, которую он же и нарушает. Президент, услышь нас, услышь. Мы тебе передаем конституцию, ты наш гарант. В соцсетях люди очень активны, но, к сожалению, дома на диване. Я думаю, что они будут вставать дальше. У нас, благодаря нашим акциям, уже есть маленькая победа. Назначена внеочередная сессия облсовета на этот вторник, на второе число. И первым же вопросом на внеочередной сессии будет рассматриваться как раз требование звернення громад. Начиная с 2014 года, наши цены на тарифы и на все остальное начали расти, невзирая на то, что это все наше достояние Украины. Ссылаясь на какие-то рекомендации европейского, мирового, МВФ и другие. Как пенсионер, как гражданин города Одессы, который имеет стаж работы более 57 лет на флоте везде, могу сказать о том, что это все против закона. Согласно 13 статьи Конституции, все надра принадлежат народу.